Я так подумала, не смогу я сегодня концерт дать. Нет, я концерт-то смогу дать, но я думаю, порисую, а потом лучше спою и сыграю на гитаре. Это так всегда. А сейчас я присяду. Видно меня хорошо? Вот мои картины. Сейчас буду рисовать. Все, я уже протерла все стеклоочистителем. А, я знаю, что я хотела. Мне нужно сейчас мои бумажечки нарезать. Так, что-то поставила не туда, куда надо. Отправила я посылку. Все. Не нужно мне было дальше идти. Как и сказали, на улице стало пасмурно. Все. Так что вот так вот. Сейчас нарежу свои бумажечки и продолжу работу. Чтобы долго не резать, по-быстрому. Я это специально делаю для того, чтобы потом контурами рисовать, чтобы аккуратненько было. Потому что с ними очень сложно работать. Такие специальные контуры. Все, процесс пошел. Это правда, если ты рисуешь, то ты потом лучше играешь на гитаре. Не верите? Это серьезно так. Потому что мозги работают. Чем больше работают мозги, тем лучше ты становишься. Чем лучше тебе не надо. Вот многие музыканты сидят, тренируются, тренируются, тренируются на этой гитаре. Зачем, я не знаю. Ну, если ты классический музыкант, там, конечно, наверное, нужно тренироваться, чтобы все правильно играть. А другие музыканты для чего это делают, я не знаю. Развивай мозги. Развивай мозги. Развивай. Меняй. Меняй, я имею в виду, занимайся различными вещами, развивай мозги. Вот я сейчас порисую час-два, буду лучше играть на гитаре, чем неделю назад и петь. Хотя я на этой неделе гитару в руки не брала. Я на неделе редко беру гитару в руки. Я рисую. Вот так вот. Это секрет. Так, сейчас надо будет выключить. Я буду рисовать одна. Потому что с вами я буду долго мозги развивать, а одна по-быстрому. Ну, давайте, до вечера.